Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как создать новый список местоположений в Google Maps. Для начала перейдите в приложение «Карты», а затем в раздел «Сохранено» в нижней части экрана. Далее пролистните слегка вниз и нажмите «Новый список». Перед вами появятся два окна, первое для названия, а второе для описания. После их заполнения не забудьте их сохранить. Таким образом был создан новый список. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, прошу писать их в комментариях, мы всегда отвечаем нашим подписчикам.